Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 32-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. Листал я как-то шаблоны Gridbox, смотрел страницы и иногда натыкаюсь на интересные эффекты, о которых задумываюсь, что вроде бы я даже не знаю, как их выполнить. Вот, например, вам сейчас я показываю вот этот блок, где мужчина плывет на лодке. Видно, что у нас наложен эффект оверлей на всю картинку, но у нас есть в середине вот такой вот прямоугольник, который как бы просвечивает нам оригинальную картинку, и это смотрится достаточно интересно. Вы догадались, как это сделать? Лично я сразу не догадался, но на практике оказалось все намного проще, чем думалось. Давайте я вам раскрою этот фишку, этот элемент, как это делается. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. А все делается очень просто. Мы создаем с вами дополнительный секцию, колоночку. Ну, например, мы делаем ее во всю ширину. Сразу накладываем эффект оверлей и заливаем ее картинкой. Например, я беру вот с едой. Заливаю и сохраняю. В наш вот этот внутренний контейнер заходим в настройки и делаем заливку точно такой же картинкой. И сохраняем. Идем на сайт, обновляем сайт и вуаля, что мы видим? Вы видите, у нас сзади идет оверлей, затемнение фона, а вот в этом прямоугольнике мы как будто бы просвечиваем оригинальную картинку. А на самом деле эта картинка наложена на другую картинку. Картинки должны быть одинаковыми. Ну и, соответственно, если вы сделаете в две колонки секцию, соответственно, будет прямоугольник такой же, как и в оригинальном примере вот здесь. Ну и, соответственно, паддинг, внутренние отступы можно сделать, чтобы изображение было шире. Вот такой вот простой эффект, но достаточно симпатичный. На этом уроке я заканчиваю. Если он вам был полезен, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании этого видео. На этом здесь все, и до новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.